из раза в раз, но всегда остается в тени. В разных культурах и народах его называют по-разному, но оно остается неизменным. Он явится любому, кто произнесет его заветное имя. Ты нежно дарил мне цветы, горячо говоря о любви. Твои фальшивые речи на сердце оставили течи. Знай, я напрасно не ною, мы больше не будем с тобою. Оставьте сообщение после сигнала. Брэндон, ты помнишь тот день рождения? Я видела фотографии. Там ты с ней. Жена, ты врал мне. Я уезжаю. Прощай. Простите, здесь свободно? Да. Мне до следующей станции. Не против, если я составлю вам компанию? Да, конечно. Вы играете в шахматы? Давайте сыграем. Давайте. Говорят, что раньше этот конь был с наездником и крыльями. Представляете, прилетает вот такой вот конь, а на нем... Дай мне в небе тучи. Нежно коснулась гривы рука. Мягко томилась в объятиях она. Грустно, мечтая, глядя в облака. Я чистое синее небо люблю, по алому свету рассвета пойду. Ангел небесный разбудит меня, ярко укутав лучами тепла. Где ветер весенний и солнце восход, где синего неба раскрашенный свод, уцелевший ковчег, пристанище храм, где радугой красят оставшийся шрам. Мэм, мэм, ваш ход. Да, конечно. Радостно сверкнули очи коня. Гордо расправил он крылья стоя. Сразу он молвил: «Садись на меня!» Так оседлав скакуна, ловко расправила стремя она. Просторно окинув отчаянный взор, бросила клич: «Я знаю, он вор!» Конь стрелою взметнул в небеса, хвост метлою размел облака. «Подними руки на небо, и согреют ладони твои. Тайные тропы на сердце найди, точно ступая на правду в пути. На карте небесной открылись ходы. Звезды Пегаса мерцают ночи, ярко сверкают, надежду несут, и заново пламенем солнце зажгут». Кто это? Это что-то новое. Конь какой-то.